Итак, вот картина в теплице в преддверии 8 марта. Сегодня 6 марта. Солнечно, ярко, красиво, душевно. Солнце светит вовсю в теплице. Большой плюс. Крыша у нее чистая. Так что зима этой теплице не помешала. Единственное, я говорю, что у меня плохо в этом году с расположением пленки и дуг. Не должно быть такого, что дуги лежат прямо, вернее, пленка лежит прямо под дугом. Вот у меня, если посмотреть на той стороне сбоку, вот здесь, видно, что лежит много этих всех оборвышей, которые раньше были там, защищали теплицу. Но они перетерлись, отпали. А поставить их можно по-хорошему, только когда у нас снята пленка сверху. То есть подпихнуть-то их можно, закрепить их нельзя, они опять выскочат. Вот такая не очень хорошая ситуация с теплицей. А так, все остальное, ну, сами видите. Жара, хорошая погода, хорошее настроение. Как-то так, малята.